Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Черлидинг уже 5 лет как признан олимпийским видом спорта, хотя в саму программу Олимпиад еще не вошел. Что странно, так как в сочетании с уже вошедшим брейкдансом и с давней художественной гимнастикой он смотрелся бы идеально. К тому же олимпийцы часто болеют друг за друга на трибунах, а черлидерши могли бы делать это лучше всех. Как бы то ни было, для массового российского зрителя черлидинг по-прежнему всего лишь танцы. Причем исключительно женские и обязательно с помпонами в руках. Зрителям можно понять, ведь именно девушек-танцовщиц мы чаще всего видим на футбольных, хоккейных и прочих центральных матчах. Зачастую это именно профессиональные танцевальные группы, а вовсе не настоящие черлидерши. Сам же черлидинг уже несколько десятилетий развивается по двум направлениям – группы поддержки и самостоятельный вид спорта. С группами поддержки все ясно, а вот как спорт он очень интересен. Фактически, это та же художественная гимнастика, но гораздо менее требовательная к весу спортсменок, к физическим данным вообще и, самое главное, доступная для обоих полов. Даже в нынешнем черлидинге парни уже составляют до 30% групп, а ведь до сих пор считается, что это чисто женское дело. Постепенно в черспорте становится все больше юношей и все больше занятий для них. Началось все с танцев, но теперь движется в ту же сторону, что фигурное катание. Сложные поддержки, выбросы, параллельные шаги. Понятно, что для поддержек и выбросов парни подходят гораздо лучше. Столицами российского черлидинга уже много лет остаются Москва, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Санкт-Петербург долгое время отставал не только от них, но и от многих других регионов. Черлидинг вышел из девочек, занимающихся художественной гимнастикой, ну, так как я была тренером, и я решила, что что-нибудь интересное надо сделать, чтобы не просто с ленточками на площадке, а выходить в город на мероприятия, потому что нас просили выйти там выступить, здесь выступить. И девочкам дала в руки сначала, если мы на гребле выступали, весла, если мы на футболе выступали, мячики, если мы на теннисе назвали, мы с ракетками выходили, выступали. Лишь с середины 2000-х черлидинг начал активно развиваться и в северной столице. Зато теперь одних только взрослых групп в составе Петербургской федерации черлидинга более 20. Базируются они в самых разных концах города, от спорткомплекса «Приморец» за старой деревней до Парка Победы и Ленинского проспекта. Важно только сразу уточнить, в чем специализируется каждая конкретная группа – только в танцах или во всех спортивных дисциплинах. Увидеть настоящих черлидеров вы можете, например, на играх волейбольного «Динамо ЛО» и хоккейного «СКА». Девушки из топовых групп поддержки тренируются не меньше самих хоккеистов, но гораздо успешнее совмещают карьеру и учебу. Все-таки выступлений, а главное выездов, у них гораздо меньше. А это важный фактор в наше время. Российские черлидеры неплохо выступают на мировом уровне. Танцевальные виды спорта нам всегда удавались. Например, москвички из группы «Нон-стоп» еще в 2011 году стали чемпионками мира в дисциплине «Черданс». А в 2021 был вообще уникальный случай. Команда «Виктори» из суровой нефтяной Тюмени завоевала серебро чемпионата мира онлайн. Мировое первенство проходило в США, но из-за коронавирусных запретов многие команды не смогли приехать. И жюри разрешило отправлять видео на конкурс. Сибирячки записали свой групповой танец и завоевали медали. Так что Тюмень – это не только лыжи и деньги. А бронзу того же онлайн-чемпа взяла группа Pro Dance Project из Владивостока, в составе которой выступают мужчины. И весьма мощные мужчины, надо сказать. Так что это серьезный общедоступный спорт, в котором Петербург, увы, пока проигрывает многим городам России. Надо попробовать догнать.